меня зовут Даня, и мы запускаем наш новый канал, который будет называться Wasabi TV. Мы его запускаем по случаю того, что впервые якудза запустила шпионский спутник. Это наши машины, потому что настоящая якудза ездит на Porsche. Тема нашей передачи — это 9 марта. Ну вот, вчера был международный женский день. Ну вот, и сегодня мы попытаемся найти вообще в этом пустом городе хоть одну женщину. Девчонки! Женщина, которая выжила после вчерашней пучи. Вот, как бы будем искать, если мы ее найдем, спросим, как она себя чувствует. И есть ли у нее надежда на будущее. Здравствуйте, это телеканал Wasabi TV. Мы хотели бы узнать, как вы себя чувствуете 9 марта после 8 марта. Ну, как видите, женщина ощущает себя немного неловко. Девчонки! О, сейчас. Телеканал Wasabi TV, хотели бы узнать, как вы ощущаете себя 9 марта после праздника, который был вчера. Спасибо огромное. Бывают исключения из правил. Девчонки! Чтобы делать эффективное телевидение, нужно быть намного настойчивее, чем кажется. Ну вот, попробуем спросить интересную женщину с интересным предметом. Хотя можно у вас интервью взять коротенькое? А вы не могли бы сказать, как вчера праздник прошел? О, вчерашний день осчастливил многих женщин в этом городе. Здравствуйте, это телеканал Wasabi TV. Хотели бы узнать, у вас... Погода плохая, черная. Наверное, внутри там вы чувствуете какой-то подъем. Но я думаю, что скоро все будет хорошо. Желаю вам удачи. Сейчас покажу новую шкатулку. Мы хотели бы спросить у вас, как вы ощущаете себя после вчерашнего праздника? Вообще, какие бы изменения вы хотели бы? Что-то вам не хватает, может быть? Всего хватает? Желаете что-нибудь нашего тебе? Все хорошо, любовь, счастье, удачи. Вот, спасибо. Классно. На этой ноте ты заканчиваешь наш репортаж. Девчонки!